Огромное спасибо человеку, который произнес такие слова, что Россия исторически является хранительницей Азии. Это для нас очень ценно. Это как раз то, о чем мы здесь пытаемся говорить. Но одно дело, когда это говорим мы сами, и совсем другое дело, когда об этом говорят наши союзники, наши друзья в такой важной стране, как Пакистан. Еще один момент, который бы хотелось выделить в связи с этим выступлением, в связи с выступлением Фаузии Амин, это то, что у нас общие интересы и вопросы, и у азиатских стран есть очень важный вопрос – это противодействие терроризму. Я надеюсь, что именно этот вопрос, связанный с противодействием терроризма, сможет сдерживать эту упомянутую ею, так сказать, то, что было сказано, выражено в качестве агрессии со стороны Индии и так далее, то мне кажется, что эти две страны могли бы на этом треке работать очень успешно и преодолевать вот свое такое отношение друг к другу негативное, как раз работая во благо мира, преодолевая угрозы, связанные с терроризмом, потому что и для той, и для другой страны этот вопрос является одним из самых существенных вопросов как внутреннего, так и внешнеполитического устройства. Поэтому здесь очень важно нам, наверное, послушать то, что скажет индийская сторона. И в этой связи мы прослушаем сейчас выступление координатора Кавказско-Азиатского центра, научного сотрудника Южно-Азиатского демократического форума Хридай Сарму, с которым мы знакомы как по соцсетям, так и по различным проектам, которые уже немножечко начали продвигаться между индийской стороной и Россией. Пожалуйста, включите нам Хридай Сарму.